Вот эти два смазок, да, пожалуйста. Спасибо большое. Пользуйтесь, не болейте ни в коем случае. Гулять без проблем. Теперь семья Чистиловых в Новых Химках может не переживать за безопасность. С комплектом масок можно выходить на улицу без опасений. Добровольцы партии «Единая Россия» доставили защитный набор прямо на дом. Совместно с активистами семью посетил член местного политического совета Андрей Трошкин. Сегодня посетили мы семью, где много детишек, и всем хочется на улицу, да, всем хочется гулять в это прекрасное время, в эту прекрасную погоду, да, но с соблюдением средств индивидуальной защиты. Напомню, масками многодетных обеспечивают на постоянной основе. Средствами защиты снабжают также неработающих пенсионеров, получателей социальной доплаты к пенсии и малообеспеченные семьи.